Гомельтранснефть «Дружба» приступила к строительству магистрального нефтепровода «Гомель-Горки». На трубе магистрали возле агрогородка Бобовище выполнен первый сварочный шов. На объекте используется современный комплекс орбитальной сварки. Визы возле первого шва будущего нефтепровода поставили заместитель премьер-министра Юрий Назаров, председатель Гомельского облсполкома Геннадий Соловей и представители руководства концерна «Белнефтехим». Новая нитка соединит южную и северную ветки белорусской нефтетранспортной системы. Магистраль «Гомель-Горки» протяженностью 207 километров пройдет в Гомельском, Будокошелевском, Чечерском и Кармянском районах Гомельской области, а также Чериковском, Славгородском и Кричевском районах Могилевской. Эта артерия позволит решить вопрос диверсификации поставок сырья. Мощность нефтепровода 6 миллионов тонн в год. Ориентировочная стоимость проекта, который реализует открытое акционерное общество «Гомельтранснефть Дружба» за собственные средства – 300 миллионов рублей. Объем волового регионального продукта Гомельской области по итогам 9 месяцев года составил 99% к уровню аналогичного периода 2019-го. Об этом на заседании облсполкома сообщил заместитель председателя Андрей Конюшко. По его словам, это несколько выше среднереспубликанского значения, которое составило 98,7%. Среди регионов республики область вышла на третье место. Из 9 доведенных показателей социально-экономического развития в Гомельской области по итогам 9 месяцев выполняются 4. По прямым иностранным инвестициям, энергосбережению, вводу в эксплуатацию общей площади жилых домов и количеству многодетных семей, для которых введено жилье. Промышленный комплекс региона в третьем квартале продемонстрировал положительную динамику. В числе основных задач – наращивание объемов производства на предприятиях и снижение запасов готовой продукции. 8 предприятий Гомельской области стали победителями конкурса «Лучший экспортер 2019 года». Церемония награждения состоялась в облсполкоме. По итогам прошлого года победителями определены 22 предприятия. 21 награждено поощрительными дипломами. В связи с эпидемической ситуацией вместо традиционного торжества в Минске церемония чествования проводится в каждом регионе. Национальный конкурс проходит уже почти 15 лет. В нем принимают участие ведущие предприятия различных сфер, которые активно работают во внешнеэкономическом направлении. В этом году победителями в своих номинациях стали 5 представителей нашей области – Химзавод, БМЗ, Светлогорский ЦКК, буровая компания «Дельта» и общество с ограниченной ответственностью «Терра Моторс». Поощрительными грамотами отмечены Речицкий метизный завод, Гомельстекло и ГГУ имени Франциска Скорины.